Сейчас я хочу рассказать вам про мой лобзик, который я купил на сайте AliExpress за $1.17. И он находится у меня в кармане. Это цепная пила, которую можно очень удобно использовать в качестве лобзика. То есть вырезать из фанеры, например, из доски, из чего угодно, вырезать фигуры по кривой линии. Чтобы продемонстрировать его в работе, я вырежу магнит на холодильник из фанеры.